покой, одиночество и красота. Опять в лесу, сегодня 15 сентября. Солнце светит, просто реально жарко. По крайней мере, идти. Я еще пройти 2 км за брусникой. Уже 5 прошел. Там ее будет очень много. Буду ее собирать. Я думаю, там будет не жарко. Это вверх, вот там сопка, а вот за этой сопкой будет еще одна сопка, она будет на нее забраться. Видите, какая красота. Последние такие теплые деньки наступают. Солнце прям палит. Птички поют. Красотища. Здесь интересно, вот это озеро, оно соединяется со вторым. И где-то ручей. С этой стороны его не подходило, я обычно покажу. Или, либо с той, либо вот за тем бугром, там же подальше еще одно озеро есть. Или рядом с ним. И постоянно через ручей прохожу. А здесь ручья нет. Видимо, по земле текет. Не знаю, если сейчас наткнусь на него, то покажу. Красотища вообще, вода чистая-чистая. Плавает там. Воздух хороший, вообще ароматно. Сейчас, через часик я уже буду на месте. Может, чуть быстрее, потому что 2 часа я так рассчитываю, чтобы в горку идти. Довольно долго. Позавчера я собирал ягоды не на свое место. Поэтому мне стыдно. 15 литров там набрал. Не знаю, может, там никто не собирает никогда. Но я решил воспользоваться тем, что это место поближе. И набрать. Гамора такая композиция. Взять, не взять. Говорят, пользуюсь от них. Знаю, некогда водиться мне с ней будет. Ладно, пойду дальше. Вот, оказывается, ручей, который соединяет озера. Вот здесь протекает. О, там кто-то плывет. Датра, наверное. Проплыла, не заметила. Перешел через ручей. Слышно, как он там журчит. Вот там озеро вдалеке. Второе. Оно побольше. И грибы. Грибов здесь просто полно. В принципе, вообще в лесу полно. Такие плотненькие, нечервивые. Сейчас приближу. О, красота какая. Там еще где-то. Вот интересное место. Здесь камни так сделаны. Вы можете поставить избушку даже. Немножко доделать крышу. Ну, крышу сама режет. Вот. Так это выглядит. Чуть подальше сюда отойти. Крышу. Немножко дверь, этот, стены проделать, доделать эти двери, все готово. Здесь от ветра хорошо прятаться. Я прежде здесь сижу, прикусываю, и вот такой вид у меня. Вон раз озеро, маленькое-маленькое. Второе. Так, а вон третье. Большое оно, ну, относительно. Опа, не упал. Так, смотрите, вполне можно было бы. Такое жалко озеро далеко. Недалеко, около 300 метров. Что ж такое-то? Ступы такие неудобные. В сторону пошел. Ладно, пойду туда. На место, потому что мне надо вон туда. Там растет брусника. Чуть выше. Я смотрю, здесь сегодня кто-то пособирали уже. Таки нет. Да, вон. Видно, грабилкой работали. Я надеюсь, бруснику тронули еще.
Уже вечер, возвращаюсь с прогулки. Собрал пакет грибов, как обычно, стандартно. Порядка 15 литров брусники и 5 литров, около 6 литров черники. Заморозков не было, черника еще хорошая. Это вот после заморозков, если они пройдут, то все, черник уже смысла нет собирать. Она уже невкусная, противная, еще начинает гнить. Такая у меня здесь красота. Идти мне домой, часа 4 вообще до дома добираться. Ладно, надо спешить. Такая здесь природа. Солнце светит. Целый день сегодня солнце светит.